Вот уже 2 месяца без крыши над головой, в прямом смысле этого слова, живут жители дома по улице Ольги Жилиной. Еще в январе при сильном ветре крыша обрушилась. Благо, никто не пострадал. 9 января снесло, и вот до сих пор, а сейчас и трубу задувает, как ветер, дым. Я вот угорела, здесь с ребенком были, мы ушли, я вчера с головой мучилась сама. В доме живут сразу 3 семьи. Сегодня в таких условиях находиться просто невозможно, рассказывают хозяева. С крыши, точнее с того, что от нее осталось, все бежит ручьем. Дети постоянно болеют. А печь топить и вовсе проблематично. Все ветром задувает прямо в дом. Ремонт здесь обещали сделать еще осенью. Со стен вот бежала, со стен начало бежать крыша. Зимой углы промерзли. Мы вот подделывали свою крышу более-менее. То есть у нас еще она стоит, но тоже вот не сегодня-завтра упадет, уже начинает падать потихоньку. Все дело в том, что дом этот принадлежит местному техникуму. На ремонт средств у руководства нет. Директор прямо об этом заявляет. Сегодня рассматривается вопрос о передаче дома в муниципальную собственность. А уже потом, возможно, поселок упадет в программу ремонта ветхого и аварийного жилья. Сколько на это уйдет, времени пока неизвестно. Ясно одно, о первой капелле жильцы этого дома узнают первыми.